играет в составе сборной Нигерии под номером 21. Фрэнсис Узоху вышел вместо Акпеи. Вратаря поменяли. Аргентина атакует, поэтому о составе сборной Нигерии чуточку попозже. Это, в сущности, нечто среднее между ударом, поворотом и... Ну, а здесь борьба за этот мяч завершилась падением. Трудно сказать, было ли нарушение правил. Так, концерт. Таких примеров полным-полно. Подача. Забирает мяч вратарь. А сегодня... в составе этой команды дебютирует. Также дебютирует, как и Брайан Эдо. 20-й номер. Ну, сейчас счет сейчас 3-2 в пользу сборной Нигерии. Что-то нужно поменять. 4 года в составе Аталанты выступает Алехандро Дарио Гомес. 29-летний полузащитник. Он отличается от подачи в штрафную площадь. На месте голкипер. Будет возможность. Но здесь удар поворотом гораздо менее банеговский, чем... Пригонием. Можно было, кстати, мяч не трогать. А вот передача в штрафную площадь. Удар поворотом и спасает свою команду голкипер Фрэнсис Узоху. Пожалуй, это первый опасный момент сборной Аргентины во втором тайме. И пробил поворотом вышедший на замену Бенедетто. С цифрой 3. Подача. На месте голкипер. 4-2. Причем эта победа волевая. 0-2 по ходу матча нигерийцы проигрывали. И